Итак, прошлая серия кончилась на том, что мы запустили серф, у меня 40 FPS. И вообще все за пупинск, потому что он вроде даже не лагает. И майн у меня тоже вроде даже не лагает. Это на самом деле по-своему круто. Побежали вверх, посмотрим, что там. Какие-то странные координаты. По-моему, а. Хотя нет, вроде правильно. Господи. Да-да-да, все получилось. Как насчет лагов? Что-то даже не лагает, ничего себе. Ну-ка, здесь. И здесь. А чего не работает? Работает. Только без анимации почему-то. И без звуков. Это подозрительно. Больше нас рут пока нет. Ну, ничего. Земли, походу, тоже нет, поэтому меня может убить Андрей. Лыжник. Там еще одна моя могилка, это вчера сражат. Он все еще здесь, ты же вроде должен был умереть. Андрей убьет запокоцанное. И земля. А, тут нельзя? Это... Ну ладно, ничего. Так, сразу. И, господи, выставляем в порядке живой очереди. Вот так вот. Далее, это его хавчик. Это вот, вот мы успели пока за это время эту поляну разровнять. А это моя вчера проблема. И, ну вот, на этом все, собственно. Вот здесь мы разровняли и построили эндерайон. Немного прокопали шахту. Там, ну, часика-полтора, наверное, час даже поиграли. Просто пробовали сервер, он немного подлагивал, потому что был сервер на моем компьютере. Но какая нафиг разница, ведь сейчас у нас ништяк. Я даже могу взять сырую говядину и пожарить ее. Ой, это не лаги, это лаги уже мои. Давай ты пойдешь первая. Жарится вообще медь. Медный порошок, она жарится или... А почему? Я же говорю, они не работают, странно. Не спрашивайте, мы тупизм бывает. Вообще классно шумит, у меня такие басы. Блин, все, кайф. И не лагает почти. Тут можно как-то там пинг или еще что-то, не знаю. Пинг. Понятно. Там, по-моему, какие-то слова. MS Config. Наверное, неправильно написал. Ну да ладно. Ну ладно, на этом серию закончу, а следующую тогда серию начну, то, что этот подойдет Кирилл и Андрей.